Сегодня мы в очередной раз встретили студентов первого курса, которые поступили на факультет таможенного администрирования и безопасности нашего института. Мы получили очень хороший отряд, который характеризуется высокими данными по обучению в общеобразовательных школах, по тем интересам, которые они имели в школе и готовы реализовывать в нашем институте. Они пополняют более чем 1300 студентов нашего факультета, и именно это место, которое связано с местом образования нашего города, порта и таможни, для них является хорошим стартом для обучения в течение 5 лет на нашем факультете. Надеюсь, что такие памятные события, которые у них будут проходить на каждом курсе, будут способствовать тому, что они будут постоянно набирать необходимый уровень знаний, умений для того, чтобы становиться настоящими профессионалами, быть профессиональными и таможенниками, и специалистами по экономической безопасности. И именно такими выпускниками будет гордиться наш факультет, институт и наше государство.